Сделать прививку и не заболеть. Одними из первых в сезоне прививочной кампании против простуды и гриппа участие приняли сотрудники сферы общественного транспорта. Мобильная медицинская бригада из горбольницы номер 4 приехала на территорию муниципального предприятия ТТУ, где все желающие смогли сделать прививку, не отрываясь от производства. Перед этим в медкабинете организуют терапевтический осмотр. Приходишь и делаешь, то есть не нужно ходить в поликлинику. В поликлинику сейчас ходить, ну, я как бы побаиваюсь, поскольку много там больных людей, боюсь заразиться. А здесь приходишь и спокойно делаешь. Всего в транспортной отрасли в Самаре задействованы 6 тысяч человек. Чуть больше тысячи из них ежедневно находятся в прямом контакте с пассажирами. Это водители и кондуктора. Ориентированы в первую очередь на то, чтобы прививать водительский и кондукторский состав, то есть это те сотрудники транспортных предприятий, у которых есть элемент непосредственного взаимодействия с пассажирами, но и все остальные работники также подлежат вакцинации, чтобы вот никаких перебоев у нас не было. Когда начинается вот сезонный рост болезней, особенно весной и особенно осенью перед входом в зиму, мы большое количество кондукторов и водителей у нас уходит на больничный. И, соответственно, это ежедневно отражается на нашей работе. Поэтому мы проводим среди наших работников постоянную пропаганду, постоянно им про это говорим, потому что для нас это важно. Мы ежедневно сталкиваемся с огромным количеством пассажиров. Вакцинация от сезонных заболеваний проходит ежегодно. В этом году на предприятие приезжали медики и проводили также вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний момент провакцинировано 66% сотрудников ТТУ. Прививка помогает укрепить иммунитет и избежать нежелательных последствий вируса. А если заражения не избежать, то течение болезни перенесется в разы легче. Мария Левин, Максим Гусев, «События».